Российские беспилотники начали собирать информацию не только по линии фронта, но и в других районах на украинской территории. Мы фиксируем работу беспилотных разведывательных аппаратов, которые на данном этапе, можем констатировать, собирают информацию не только вдоль линии фронта, а пытаются заходить с моря и отслеживать ситуации в более глубоких регионах. Наталья Гуменюк, начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины. Впрочем, на юге российские оккупанты не ограничиваются разведкой. Только за сегодня украинское ПВО уничтожило 2 ударных БПЛА и 3 управляемые ракеты над Херсонской и Николаевской областями. На земле же продолжаются ожесточенные бои. Почти 20 штурмов за сутки отразили силы обороны Украины на Мариинском направлении. Также россияне не прекращают попыток наступления на Авдеевском. Здесь отбито 13 атак. Безуспешными оказались вылазки россиян около Андреевки под Бахмутом, а также на Шахтерском и Запорожском направлениях. В то же время продолжается наступательная операция сил обороны на Мелитопольском направлении и штурмовые действия на Бахмутском. Потери оккупационной армии только на Таврическом направлении составили около 300 человек в живой силе. Также уничтожено несколько единиц российской техники и склад боеприпасов. Общие же потери путинской армии вторжения с 24 февраля 2022 года уже составляют почти 298 тысяч человек. За сутки ликвидированы 560 российских военнослужащих, 4 танка, 11 бронемашин и 7 артиллерийских систем россиян.